Датчик пропана. Просто наклони его там. Когда он ничего не определяет, он горит из-за постоянного цвета. Когда определил какую-то глубину, он начинает мигать. По наклоне в другие стороны. И вот так определись. Там тайм-аут, может, какой-то есть на изменение. Там 2 секунды было написано, но он гораздо дольше был. 10 секунд на отсутствие жидкости. На тайм-аут. Он сейчас опять нолик пришел. А, вообще у него еще за это зазор 8. Ну смотри, видишь, 313. Не то. Это не правда, это 30 сантиметров. Попробую его еще раз наклонить в другую сторону. Вот так. Все. Не спеши, сейчас будет. А ну назад. И просто придвинем на стол, пускай стоит.